Профессиональное выгорание. Сейчас испытывают его очень многие. По данным международных агентств, которые занимаются анализом рынка труда, сейчас уровень профессионального выгорания в Соединенных Штатах, например, да, включая там и Канаду, там целый ряд исследований было проведено, составляет 42%. То есть практически каждый второй сотрудник чувствует на себе вот, ощущение тяжести от собственной работы. То есть она перестала его радовать, она перестала доставлять ему какие-то положительные эмоции, она перестала быть ему интересной. Он хочет менять свою жизнь. Но может ли человек в таком состоянии свою жизнь действительно поменять в лучшую сторону? 24% американцев готовы увольняться со своей работы в никуда. То есть, скорее всего, подобный шаг будет ошибкой. И нужно начать справляться с этим делом по-настоящему. Осмысленно, последовательно и правильно.